Семена вейгелы цветущий Snowflake следует высаживать в плодородный и влажный грунт, в месте, хорошо защищенном от ветров. Растение очень любит солнечные участки, но высадку можно проводить и в полутени. Цветы белые и довольно крупные, достигающие размеров до 5 см. В сочетании с ярко-зелеными листьями, они дают выразительный эмоционально окрашенный аккорд. Образуются соцветия по 4-5 штук. Особенности сорта. Высота побега – примерно 1,5 метра. Ширина – до 1,2 метра. Период цветения – май-июнь. Можно высаживать этот сорт и как одиночными цветами, и в качестве составного элемента ландшафтной композиции. Вейгела цветущая Snowflake – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Вейгела прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Цветок окрашен в белый цвет. Вейгела цветущая Snowflake имеет средний срок созревания. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.